Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство iPad Pro 2021 года. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве изменить дату и время. Итак, для начала открываем приложение «Настройки», после чего выбираем пункт «Основные». Затем спускаемся вниз, выбираем пункт «Дата и время». Затем отключаем автоматически, то есть отключаем, и выбираем ту дату, которая нам нужна здесь, а здесь, собственно, вот тут вот выбираем то время, которое нам нужно. То есть, так, давайте сотрем все, впишем. Он сначала минуты вписывает по какой-то причине удивительно. Можем, собственно, нажать сюда, чтобы прокрутить, так будет удобнее, мне кажется, для всех. Ну и, собственно, и все. Время и дата установлены. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!